Белина. Ее больше нет. Она исчезла. Исчезла. Почему я это вижу? Итан, спокойно. Спокойно, это я. Я знаю, ты это не нарочно. Убей его, мамочка. Но все равно не стоило! Пиздец, как больно! Он не хочет быть папочкой? Тогда пусть сдохнет. Теперь очередь мамочки тебя убивать. Ты станешь одним из нас. Может, тогда начнешь играть по-честному? Игры кончились. Ты? Почему все меня ненавидят? Прощай. Больно! 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 Будь ты проклят! Будь вы все прокляты! Это больно.
ты просто малявка! Семья! Я Редфилд. Рад, что мы нашли тебя. Хули вы так долго, ребята? Итан? Мия. Ты уцелела. Я рад. Уцелела? Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь. И не только для меня. Пострадали не только мы с Мией. Но и Бейкеры тоже. Это из-за той твари, Эвелины, они такими стали. Но теперь Эвелина мертва. А эти ребята явились прибраться. Я только смирился с уходом Мии. Но теперь она вернулась и хочет начать сначала, с чистого листа. Может, это и есть открытая дверь. Prisoner.
no parole. They locked me up and took my soul. She's done.